На территории таможенного союза действуют общие правила паровоза багажа. Какие товары и вещи не требуют от казахстанцев каких-либо платежей, объяснили в Департаменте государственных доходов. Так, воздушным транспортом можно провести товар стоимость не больше 10,5 тысяч евро и не превышающего вес в 50 килограммов. На другие виды транспорта стоимость провозимого багажа не должна превышать 1500 евро и вес 50 килограммов. Если же идет превышение норм данных параметров, то уже в части превышения идет уже обложение таможенными пошлинами. Это порядок определен в приложении 5 данного соглашения. Но какие установлены ставки на данные нормы? Это, допустим, в основном это 30% или 4 евро в части превышения. Какая норма превышает, по той и норме будет облагаться пошлина.